атакующему 1,80 м всего лишь его рост, но при этом Пол Столл действительно является настоящим лидером прошлого сезона. И в ней точно так же уже решили свои задачи, встречались команды и там Михаил Кулагин. И вот прекрасное попадание с дальней дистанции Михаила Кулагина. На себе всю переднюю линию ЦСКА практически в одиночку выбыл до конца сезона Фриланд. И вот опять очередные 3 очка Михаила Кулагина. Да. Не летит у Миши, пошел бросок, и надо продолжать в том же духе. В угол доводит мяч до партнера, но бросок Райта цели не достигает. И уже Кулагин разгоняет атаку своей команды. Опа! Как красиво! Снова есть возможность 3. Здесь воспользовался запасом скорости. Эффектно сейчас обыграл Михаил Кулагин. Не побоялся идти на центрового, на Артема Забелина. И за счет техники... 42-42. Счет сравнялся и выводит свою команду вперед. Мишака. А именно так написано у него на спине. 9 секунд на бросок оставалось у армейцев по воду мяча в игру из-за... Миша Кулагин. Да, сегодня у него игра идет. 12 очков, реализовав 3 дальних броска из 4. И теперь 4 из 5. У Миши Кулагина. Он самый результативный игрок этого матча в составе обеих команд. Отправился к своему, к чужому кольцу. И его не смущает, что этот мяч был после, что эта атака была после забитого мяча в единой лиге. Почему бы не установить этот рекорд именно сегодня? Кулагин фридзона находит на дуге. Виталик! Прорвало! Да, но вот тут есть шанс. Да и Миш Кулагина, кстати, вернул Димитрис Итудис на паркет. И вот как раз два молодых и бойких друг против друга. Но с другой стороны, Миш Кулагин, он выглядит таким же матером. Да, мужичком. Танаяном. Андрей Воронцевич со своей волшебной трехой. И Миш Кулагин отправляется исполнять этот штрафной. Точен. 18 очков на счету Миши в этом матче. И не очень накачанные, и сейчас видно, как он сильно прибавил. Михаил Кулагин давно не радовал нас дальними попаданиями. 99-78.